Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Децан, и добро пожаловать в новогоднюю, почти новогоднюю за 26 дней до Нового года серию жизни ютубера. И прямо сейчас мы с вами будем делать дела и ждать, когда уже наконец-то выпадет снег в городе ютубера, потому что до сих пор почему-то ничего нет. И многие меня спрашивали в предыдущей серии, мол, Эдисон, пришел же Аид, пришел же Демастер с двумя калашами, стали перед твоим рестораном, и типа, что случилось? Ну, я вам забыл тогда рассказать, что же произошло, и в этой серии я... Привет! Привет! Привет, 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 привет. Сейчас, привет. Дай я на паузу поставлю. Хочу играть. Дай мне серию записать. Хочу играть. Какие играть? Дай так. Я серию записать. Кать! Ты дуримон, да, или что? Встань! Встань! Или, не, если хочешь... Нет, если хочешь... Если хочешь, ты, в принципе, можешь под столом осталось. Оставайся под столом, я поиграю. Чё ты пиво? А чё ты лезешь, а? О, кстати, тебе. Держи и уматывай отсюда. Нет, я буду с тобой играть. Кать, я записываю жизнь ютубера, это не наша с тобой совместная рубрика. Это новая серия, я объясню, почему пришли Демастер и Аид с калашами и куда они пропали. Ну, я просто не сказал то, что я с ними разобрался, точнее, они со мной разобрались. Вот, и как все прошло. Все. Ты ничего не видела? Ты ничего не видела? У тебя есть пес? У меня есть пес. Вот. Но это пес в жизни ютубера, Кать, мой сезон жизни ютубера. Что за пес? Ну я его нашел в предыдущей серии. Ты пес? В смысле я пес? Как зовут пса? Я еще не дал ему название. Сколько лет псу? Я не знаю. Какая порода у пса? Я не знаю. Когти подстригаешь псу? Я его нашел в предыдущей серии. Прививки поставил? Я ничего не. От чумки? Отставника. А глисты есть? Не знаю. Пожалуйста, дай я запишу новую серию жизни ютубера и все, окей? Это что такое? Что? Это магаз одежды. Твой? Короче, нет, не мой. Ребятки, ставьте лайкусики прямо сейчас, если хотите продолжение жизни ютубера, если хотите, чтобы мы с Катюхой записали новую серию. Новую серию мы с Катюхой запишем, конечно же. А сейчас сваливай, пожалуйста, отсюда, потому что это не новая серия с Катюхой, это новая серия жизни ютубера. Кать! Хорошо, будь хотя бы полезной в этой жизни, или палец себе откушу. Что нужно делать прямо сейчас? Скажи им, что нужно делать. Откушу палец. Что нужно делать? Подписываться на канал. Что нужно делать? Лайки ставить. Попроси нормально. Комментарии нужно ставить. Нормально. Пожалуйста, не палец откусит, пожалуйста, ставьте комментарии. Подпишись, лайки. Подпишись прямо сейчас, подпишись. И лайкусик, или откушу палец. Даю тебе 10 секунд. Раз. Подпишись, пожалуйста. Подписался, но смотри. А то Дед Мороз тебе не принесет новый палец, а тебе принесет ремень, если не подпишешься. Все, Кать, пожалуйста, сейчас. Да, я запишу, хорошо? Хорошо. Но мне некомфортно с тобой записывать. Это что такое? Кать, это мой дом! Слушай, ты хочешь... Окей, давайте быстренько экскурсию проведу, хорошо? Хорошо. Давайте сделаем тогда так, экскурсию. В этой серии «Жизнь ютубера» у нас будет экскурсия для Катюхи, потому что Катюха вообще еще не миш-маш и вообще не понимает, что такое жизнь ютубера. Кать, я здесь живу, это моя квартира. Один? Один я здесь живу. Вот моя квартира, вот смотри. Заходишь сюда, здесь у меня псина, которую я нашел в предыдущей серии, я не знаю, кто она. Здорово. Ну, как я полагаю, я ее, наверное, перчик назову. Вот. Здесь у меня туалет, которого еще пока нет. Дальше у меня здесь кухня. Один стул, потому что я здесь сам живу. Здесь никого... Я никаких баб домой не вожу, Кать. Никого здесь нет. То есть для меня стул? Я в гости пришла, стула нет, да? Садись. Вот. Вот. Да, вот, на, держи от тебя стул. Вот. Можешь сразу садиться. А я постою здесь. Что ты пристала-то ко мне? Это моя жизнь ютубера, мой дом. Вот, здесь у меня второй этаж. Здесь у меня односпальная кровать. Здесь у меня будет... Односпальная? А кто со мной еще здесь спать будет? А если я в гости приду? Так ты не приходишь ко мне в гости. Так я вообще не знала о существовании твоего секретного дома. Какой секретный дом? Это жизнь ютубера. Какой секретный? Вот, здесь мой комп. Правда, здесь еще монитора нет, потому что, ну, всего лишь комп. У меня бабок еще не было. Вот. Все, я тебе все показал. Давай, все, сваливаем отсюда, Кать. Все, до свидания, хорошо? Хоть Новый год? Это Новый год. Ну, как бы еще снег не выпал, я не знаю почему, но вот уже... Подарки есть? Подарки нет, подарок нет. Вот. Это лошадь? Это лошадь, да. Это качели? Это качели, да, все верно. Вот. А здесь у нас банк, здесь я брал кредит. На... Тебе дали кредит? Мне дали кредит. Я в шоке. Почему? Здесь охранник Степа. Здорово, здорово, Степан, поздоровайся с Степкой.
Добрый вечер. Вот, здесь Степа, здесь у нас банкир, там у нас директор банка. Они мне дали ипотеку. Ипотеку? Ипотеку мне дали. Ну, ты два... дурачок? Какой дурачок? Ипотеку брать. Знаешь, что я уже выплатил. Дали мне 2 стака золотых монет. Вот. Ну, я уже все выплатил. У меня было ровно неделя, я выплатил. Все нормально. Здесь у меня Икея. Икея. Здесь у меня телецентр. Здесь первый канал. Вечерний Ургант. Пусть поженятся. Пойдем туда сходим. Пускай... Не буду мы туда идти. Пойдем сходим. Не буду я туда идти. Я хочу на Вечерний Ургант не, попасть. Не надо тебе. Здесь у нас Икея. Здесь... Предстоящий подписчик, который никак от меня отстать не может. Вот он. Сидишь там, да? Сидишь, ну и сиди. Как его зовут? Я не знаю, я его замуровал. Пойдем узнаем. Нет! Пойдем. Нет, нет, не надо, Кать. Он опять пристанет, опять не отстанет от нас. Не надо. Я с ним познакомлюсь. Не надо с ним никак знакомиться. Давай я тебя лучше с другими познакомлю. С другими людьми тебя познакомлю. Пошли дальше. Короче, здесь у нас в этом... В переулке, на крыше, у нас здесь контрабандисты оружиями торгуют. Ну, типа, я им продаю оружие, они мне оружие... Что? Вот. Здорово, пацаны, здорово! Йо! Как дела? Здорово, пацаны! У тебя оружие? Ну, вот у меня пистолет, вот у меня калаш, и вот у меня еще одно... Еще один автомат, вот. Здорово, пацаны, здорово! Вот, кстати, ты я... Ты что, в тюрягу хочешь? Какую тюрягу? Вот смотри, я им пистолет прямо сейчас могу толкнуть. Ты что, в Америке живешь, где легализовано оружие? Смотри, я им продал оружие за 1 золотую монету. Я с кем вообще встречаюсь? С кем? Кать, я зарабатываю как бы на жизнь. А за хату думаешь, как я плачу? Как раз таки из-за торговли оружием. Пришла, блин, поиграть. Так ты вообще ничего не понимаешь, да вообще не понимаешь, как это быть ютубером и прочая фигня. Вот, давай вникайся. Вот, ты хотела записать серию, записывай. Вообще ничего, крошка Бейба не шарит. Крошка Бейба, ты вообще не прошаренная. Здесь у нас... А, кстати, я тебе не рассказывал. Ну давай, удиви. Давай, это Косянчик. Брат мой. Тебе брат есть? Ну, не брат, в смысле брат по мамке. Костян нормальный, он мой брат, брательник. Не брательник типа по мамке, то что мамка с папкой и брат. А, в смысле брат, типа и мы с ним кореша подруж... Ладно, пойдем в другую дай сторону. Мне не дам я тебе поиграть. Это моя жизнь будет. Не дам я тебе поиграть. Пожалуйста, не дам я тебе поиграть. Поиграть. Здесь паленые шмотки продают. Да мне пофиг, дай мне поиграть. У меня шмот Луи Виттон, если ты не знала. Чего? У меня шмот Луи Виттон. Ну паленый! Паленый шмот! Паленый! Не переживай, мать, я бабки не трачу на ладно, шмот. Все, дай мне поиграть. Да не дам я тебе поиграть! Пожалуйста! Ну Кать! Ну дай поиграю! Ну не дам я тебе поиграть! А, как сложно! С бабами коммуницировать на этой планете. Ладно, давай, играй. Ура, 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 ура. Мяу. Не надо, мяу, блядь. Как? Не вот так. Ты чё хулиганишь? Ты чё, хулиганишь? Ну не хулиганишь. Жизнь ютубера захвачена. Не захвачена она никем. Не ломай, пожалуйста, только ничего. Ну куда ты идешь? Город-то в другой стороне, Кать. Блин. Чё ты делаешь? Знакомься, знакомься, Геннадий Петрович. Только не надо ему грубить. Он ветеран войны. Пёс. Кто пёс? Я. Ты что, он тебе сейчас макушку прострелит. Так, а это кто? Это Бабзина, его жена. Не груби ей. Фурсетка. Ты дуримонда! Они сейчас тебя закопают заживо! Геннадий Петрович, уважаемый человек! Извинись перед ними, быстро! Быстро извинись перед ними! Кать! Ну ладно, сейчас извинюсь. О, боже. Это бомжара. Привет. Мы будем корешами. Не будьте вы корешами. Мы будем корешами. Это мы с ним кореши, он мне жизнь спас. Как? Ты умер? Он же спас мне. Как я мог умереть, если он меня спас? Ты почти умер? Я почти умер. Что с тобой случилось? Я сиганул в воду, хотел утопиться. Тебе было на меня вообще наплевать, как я тогда понял. А вот бомжара меня тогда спас. Вот. Да меня... я вообще не знаю твоей секретной жизни. Ты... Тебя поди раздвоение. У тебя биполярка. Заходи внутрь, внутрь. Извиниться хочу. Простите. Нормально, извинись. Извини. Нормально, извинись, нормально. Прям покланяйся. Не чихай ему в лицо, Катя, Извините, пожалуйста, Геннадий Петрович, она просто у меня дуримондочка немного. Извинись перед ним, нормально. Простите, пожалуйста, многоуважаемый Иван Петрович. Геннадий Петрович! Какой Иван Петрович? Геннадий Петрович! Извините, пожалуйста, Петр Геннадьевич. Кать, он тебя сейчас закопает.
У него связи такие. Извините, пожалуйста, дедушка. Извините, пожалуйста, бабушка. Как бабушка, ей 18. Женщины всегда вечно молодые. Не надо ей бабушке назвать. Фу, за... Кать, ты мне сейчас все связи, всю репутацию испортишь. Это Михалыч, хотя бы с ним. Он... Михалыч, мне бургер. Он техникой торгует. Ладно, какой, извините. Кать, слушай, у меня есть такой... Петр Геннадьевич, конечно, ваш. Смотрит так на меня. А ты его оскорбила, что-то хоть. Там у меня Арсений Гончик. Гончик Арсений. О, вот. Гончик тачки? Да, тачки. Я люблю тачки. Вот. Но, Кать, у меня... Слушай, там бандиты. Не вздумай. Кать, разворачивайся! Беги к чертовой бабушке! Беги! Прячься! Закрывай дверь! Дверь закрывай! Все. Там бандит. Видишь, бандит? Не выбегай, не выбегай, не выбегай. Они там были. Иди налево, налево, налево. Вот стекло, посмотри. Там где-то было. Не вздумай выбегай, бандит. Мне кажется, его нужно завалить. Да, я его завалю. Я спасу тебя. Жестянку? Подожди. Жестянку спасу. Где он? Вот он. Иди сюда. Ты так его. С него пушка за 5 золотых монет выпала! Еще 5 золотых монет! У меня 12 золотых монет прямо сейчас. Бам! Прошу удачу. Какая удача, сковородка, иди борщ варгани или яичницу. Вот где твое место, не в жизни ютубера, понимаешь? Кать, у меня к тебе такое предложение, смотри. И как вам такое предложение? Мы с тобой на одну серию поменяемся местами. Я стану тобой, а ты станешь мной. Ты проведешь одну серию жизни ютубера в следующем ролике, и на этом мы наберем 30 тысяч. Да я же сдохну. Ты не сдохнешь. Сдохну. Я буду наглядывать, как ангел-хранитель. Вот смотрите, если вы прямо сейчас поставите лайкусик и подпишитесь на канал, то что, ну, проведешь. Мы поменяемся с тобой жизнями. Хорошо? Да. Вот. Поэтому ставь лайкусики, мы обещаем то, что мы поменяемся жизнями. Но если ты нагрубишь еще хотя бы один раз Геннадию Петровичу, я тебе сам ухо оторву. Потому что я как бы за него мазу вообще-то тяну, ты понимаешь? Крыша вообще. Что ты делаешь? Мазу тяну. Что это? Тяну мазу за него. Крыша, крышуем друг друга. Это что? Мы крышуем друг друга, мазу тянем. Мы с Геннадием Петровичем корифаны, и с Костянчиком, и вообще с Михалычем. Вот вообще ничего не понимает, что происходит в жизни ютубера. Поэтому я и хотел нормально серию записать, а пришла ты. Я не знаю, испортила она все или не испортила. В любом случае, это какое-то, да, разнообразие. Мне кажется, что хотя бы ты сейчас углубилась в то, чем я занимаюсь, в мою криминальную ютуберскую жизнь. Ладно, все, Кать, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Серия, в принципе, у нас такая... Так, все, заткнись. Я... Екатерина Гдуримондовна, обещаю, торжественно клянусь, что я проведу следующую серию жизни ютубера достойно. А ты, Дилибомба, Зуликука, поросенок, будешь сидеть там и смотреть, как я все делаю вот отлично. Ты чё, сиськи всё, руки наконец-то взяла? Если вы хотите, чтобы вышла эта серия, то вы должны, вот прям как я должна, 30 тысяч лайков. 30 тысяч лайков и я. Что я сделаю здесь? Сама скажи! Сама скажу, я заправлю майонезом этот город. Я соберу тебе кучу бабла, мы оплатим тебе все кредиты, все ипотеки, заживем просто капец. А все, ты иди отсюда. А подписаться на канал? Я сейчас скажу. Ладно, не уходите, я здесь побуду. Все, ты уходи, уходи, а ты обязательно подпишись на канал, оставь комментарий. Там пока еду ремонт, да? Все, в следующий раз здесь будет мой скин. А тебе удачи.